Приветствую всех своих подписчиков, а также случайных зрителей. Сегодня у меня на обзоре перспективный проект под названием Galaxies, который уже находится на финальной стадии перед запуском. Уже имеет рабочий продукт, различные партнерства со звездами, поддержку топовых фондов и совсем скоро проведет IDO распродажу нативного токена с последующим листингом на Tier1 биржах. Но прежде чем говорить про распродажу токенов GLX, давайте сначала пройдемся по основным моментам самого проекта Galaxies. Тем более, что покупка токенов на IDO далеко не единственный способ заработать с помощью данного проекта. Galaxies представляет собой комьюнити-платформу, работающую на блокчейне. Целевой аудиторией Galaxies являются инфлюенсеры и их поклонники. Популярные личности могут создавать на Galaxies собственные фан-клубы и сообщества, объединяя своих подписчиков. Только в отличие от централизованных Web2 аналогов, на Galaxies к обычному функционалу комьюнити-платформ добавляется элемент геймификации и множество возможностей для заработка, как самих инфлюенсеров, так и для сообщества. Основной же продукт Galaxies частично запущен уже сейчас. На платформе Galaxies представлено несколько функционирующих сообществ. В том числе есть и фан-клубы довольно известных личностей, вроде боксера Майка Тайсона, спортивной организации NBA и диджея Стива Аоки. А генеральный директор Galaxies Андрас Кристоф даже запускал NFT-проект для Дональда Трампа. Инфлюенсеры в составе своих сообществ могут предлагать сообществу различные NFT, членские карты, уникальные произведения и утилитарные NFT, открывающие поклонникам определенные привилегии. Сами члены сообщества также могут получать награды за проявление активности, получать прибыль с продажи NFT на внутреннем маркетплейсе и так далее. Основу экономики проекта Galaxies составляют нативные токены GLX. В данный момент они еще не запущены и официально не торгуются на биржах. При TGE токены GLX будут отчеканены в сетях Ethereum и Polygon. Общая эмиссия токенов GLX имеет максимальное ограничение в 7,5 миллиардов. Распределение эмиссии выглядит следующим образом. 15% команде, 6% советникам, 6% на разработку, 8% на ликвидность, 10% на маркетинг, 10% на развитие экосистемы, 24% на вознаграждение и 21% на 2 уровня распродажи. В рамках экосистемы Galaxies токены GLX будут иметь множество применений. За них можно будет покупать и продавать NFT, использовать их в играх, получать их в награды за активности и так далее. Плюс будет иметься и возможность стейкинга токенов GLX. Однако, кроме этой важной части экономики, Galaxies является так называемый Galaxies Engine. Это своего рода система нод проекта Galaxies. Любой желающий пользователь может приобрести себе ноду Galaxies Engine, чтобы получать с нее ежедневный пассивный доход в токенах GLX, который выплачивается из специального пула, наполняемого комиссиями платформы. Владельцы нод будут носить свой вклад в децентрализацию и устойчивость экосистемы Galaxies, ведь именно они будут чеканить так называемые ключи запуска, необходимые для создания новых сообществ. Общее количество Galaxies Engine ограничено количеством в 50 тысяч штук. Сейчас у них идет первый этап продажи, в ходе которых каждая нода продается по $777. На данный момент продано более 5000 нод, а после продажи 10 тысяч их цена поднимется до $999 и далее будет только расти. В день одна нода может приносить порядка 300 GLX, что по их цене IDO в 2 цента позволяет окупить вложение примерно за 3 месяца. Сама IDO распродажа пройдет на лаунчпаде Bull Perks. Точная дата пока что неизвестна. Есть только данные о цене в 2 цента, общей аллокации в $180 тысяч и вестинге.
15% на ТГЕ, а далее линейно в течение 8 месяцев. Для участия в IDO надо будет пройти KYC на Bull Perks и получить тир за стейкинг токенов BLP. После IDO Galaxis ожидается листинг сразу на нескольких крупных биржах. Сценарий этот вполне вероятный, учитывая, что за проектом стоит известная команда, а также их поддерживает фонд CoinMarketCap Labs. Причем Galaxis является вторым по счету проектом, который был удостоен инкубации от CoinMarketCap. Более же подробно с проектом Galaxis вы можете ознакомиться по ссылкам в описании к видео. Проект, как по мне, выглядит довольно перспективно, поэтому советую обратить на него внимание. Однако это, конечно, не призыв к инвестициям. Любые вложения в криптовалюту – это всегда большой риск, поэтому прежде чем куда-либо инвестировать, пожалуйста, проводите собственное исследование. У меня же на этом все. Я, как обычно, желаю вам большого профита и всем пока!